Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем вышивать вот такой элемент. И начнем мы с золотистого бисера. Бисер пришиваем люнивельским способом. Сделали закрепочку. Подводим бисер под ткань. Делаем шаг размером в ширину бисера, в длину бисера, вернее. Вот так подводим к ткани, придерживаем пальцем и нитку за бисером снимаем как бы с пальца. Это очень удобно. Вот мы ее цепляем с пальца. Так, теперь будем пришивать пайетки. Так, подводим пайеточку к ткани и на половину диаметра делаем шаг. Делаем второй, потом пустой шаг для поворота и возвращаемся в начало. Подводим пайеточку к ткани. Шаг на половину диаметра. Так, следующую пайетку. Пустой шаг. Ой, сильно дернула. Так, и так далее.
Все пайетки у нас пришиты. Продолжаем пришивать бисер по краю. Бисер уже пришиваем не золотистый, а белый. Так, теперь вот такой цилиндрический, серебристый, вернее, бисер пришиваем по нарисованным линиям, тоже люневильским способом. Так, вот я перевернула на лицевую сторону. Вот что у нас получилось. Просветы я иглой добавила, пришила бисер иглой. Теперь нам нужно вот толстую нитку пришить в прикреп. Теперь мы двусторонней гладью должны сделать красивый валик. Начинаем не с конца, а как бы отступая немножечко. Ровное красивое окончание вот этого валика. Теперь нам нужно пришить сутажную ленту. Конец у нее я немножко обработала клеем и пришиваю ее в прикреп. Между пайетками нашла вот расстояние какое-то и иглу продергиваю. Так, здесь, потом где-то вот здесь между пайетками просовываем иглу и так и закрепляем волной. Так, сейчас. Ну все, осталось пришить бусины. Ну вот и все, наш красивый элемент готов.